Необычный турнир по шашкам состоялся в Ивановской области. Впервые в Шуе любители дайвинга решили сыграть под водой. Специально для турнира были приобретены магнитные шашки. Администрация бассейна выделила для азартных игроков свободное время. Попробовать свои силы в столь необычном виде соревнований вызвались 15 любителей дайвинга. Игра велась на выбывание. Ограничением служило лишь количество кислорода – 10 минут и не больше. Если турнир не заканчивался к этому моменту, то поединок завершался ничьей. Победители получили в подарок профессиональное оборудование для дайвинга. Бой был очень жесткий, всем было весело и интересно. И матчи, поединки проходили намного быстрее, чем мы думали. В конце уже накал страстей был просто предельным. И завершающая пара, которая играла, она, буквально мы дали время больше 10 минут. Вспыли, и была ничья.